Добрый день, друзья. Три жениха тут. Да? Ты специально так ходишь? Пришли проведать, как там у нас львицы выпущены. Молодняк не вижу. Ну, траву кушаем. Пошли посмотрим, где у нас мама Чоли. Я думаю, что не поуходили они далеко от своего вольера. Остальные лежат за... Ну, наша царица. Чолита. Где молодые львы? Не идут молодые львы. Чоли? Чоли? Где там наши львы? Второй день у нас погода такая. Мягкая говоря, никакая. Сейчас вдалеке молодые львы. Чоли? Вы еще не познакомились до сих пор? Очень странно. Они, наверное, чувствуют, что сюда вернулись королевы саванны. Пошли поищем. Посмотрим, где наша молодежь. По такой погоде не сильно нагуляешься, не сильно наснимаешься. Холодновато. А ты травку кушаешь, да? Это хорошее дело. Уже мне не надо для вас рвать траву. Если бы можно было всех выпустить. Какие яблони. Посмотрите уже, какие яблочки на них. Малышек. Все сплотились после того, как выпустили молодых львов. Все, вся стая гвардия сплотилась. И даже малыш вошел в коалицию. Гек подошел к Чуку. Уйди, не видишь, я смотрю в саванну, что там делается, где эта молодежь. Зато вон как белые смотрятся шикарно. Мона, мать, ты, конечно, никудышная. Но красотка. Пойдем посмотрим, что я их видела на той половине. Посмотрим, как там набирается бассейн для львов. Может, у нас где-то дикобразы. Принца нашего отсадили, тоже многие спрашивали, а где принц? Белый красавец наш конь.
Прежде чем выпускать, принца увели ко всем остальным коникам. Он, конечно, страшно не хотел уходить, но вот, кстати, водичка уже как набралась, уже 2/3. Я уже объясняла предназначение этой сетки. Это для того, чтобы даже если выпрыгнут в воду, они все знают, как можно из нее выбраться. Сверху эту сетку не видно почти, но львы плавают. И у нас есть видео, где Филя нырнул в воду и поплыл, так причем выбрался даже без этой сетки. Просто выпрыгнул из воды. Но на всякий случай такая длинная сетка есть. Чтобы если что... Это в вольерах рычат львы. Чтобы можно было спокойно вылезти. Странно, что молодежь не идет. Я думала, что она вчера еще подойдет к самкам. Не хотят. Они весь прайд перемещается по саванне. Это очень хорошо. Они выберут себе. Сейчас они еще не понимают, конечно, что они не одни. О, так и лежат. Где вчера были, там и сегодня лежат. Сейчас они еще не понимают, что здесь будут еще львы взрослые. Вот, но узнав саванну, эти они себе такое уединенное местечко выбрали. Возможно, они здесь и останутся. Кстати, хорошо было бы, потому что взрослые львы почти не приходят в эту часть. Почему-то они ее не очень любят. Вот. А молодежь очень... Да, мне кажется, они все там. Молодежи бы было очень даже там душевно. Начинается дождик. Побежала домой с любовью и стоя рядом.